Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби-герои». Давненько мы в нее не играли, и вот я собрался силами и зашел в нее. Задание дня, ранний доступ. Ну что, давай попробуем пройти. Так, мы играем за кого? За разгром, по ходу дела, да? Против травяного кулака. Окей. Ну что ж, давай начнем. Опачки. Такс, интересно. Ну, мне тут ничего не остается, только пропускать ход. Ха, а я почему-то этому не удивлен. Нисколечко не удивлен я этому. Так, хиляться я пока не буду. Что же мне сделать и как мне тут быть? Может быть, поставить этого? Давай-ка вот так я сделаю. Да ладно. Вообще ничего не стал делать. Что-то это не к добру. Так, а следующая карта, в принципе, мне, наверное, хила не могу поставить, да? А давай вот так вот сделаем. 6-19. Твою ж дивизию. Я думаю, что он сейчас взгрустнет травяной кулак-то. Хе-хе, игрушу поставил. Ой, недотепа. Так, мы с тобой, по крайней мере, вот эти орехи сейчас уничтожим. Давай. Так. И 8 здоровья у него всего лишь остается. 8, друзья. Так, что теперь-то? Ну, давай сделаем вот так. Ох ты, ох ты. И ты думаешь, это тебе поможет? Ну, братюня, я сомневаюсь. Так, и выжил. Неуязвимость берет. Ну, допустим, допустим. Всего лишь 3 хп остается. А что мы можем с тобой сделать? Да я, наверное, пропущу. Мне тут сильно выпендриваться не стоит. Так. И... прощай, родной. Мы будем по тебе грустить. На самом деле, нифига я не буду по нему грустить. Все, получил свое, так и надо. Ну что, друзья мои, события мы это прошли довольно быстро. Так, нанесите 20 единиц урона героям Нептусью. Нептусью, так, Нептусью. Потом зубостезилой и бессмертий. Ну что, давай с тобой, наверное, поиграем как раз вот в эти задания. Значит, нам нужно с тобой нанести 20 урона героям Нептусь. А вот у нас Нептусь. Даже, ребят, не буду смотреть, что у меня там взято, какая колода. Будем с тобой играть на шару. Так, наверное... Хотя, блин, у меня там новые карты, подожди. Подожди, изменить. У нас же вроде бы новое что-то есть. Что это вообще за колода такая? Интересная. Слушай, давай-ка мы... давай так и сыграем. Я просто обожаю, когда не помнишь или забыл, кто у тебя в колоде, и ты играешь. Это чисто уже по фану называется. В общем, 20 единиц урона мне нужно нанести Нептусью. И тогда мы с тобой получим 20 кристаллов. Так, 28 уровень. Против вспышки на солнце мы играем. У нас что, колода... на спортивной, что ли, получается, да? На спортивках? Колода на спортивках. Ну, давай я так вот сделаю. Ать. 3 в лицо. На тебе. Что дальше сделаем? А дальше мы сделаем с тобой вот так. Ну, он сейчас, наверное, этот солнечный удар применит, скорее всего. Ха-ха, нет. Терновый куст. Но все равно получит 2 урона. О, неплохая карта, друзья мои. Что нам вытянет? О, тренер за 2 маны. Слушай, это неплохо. Тренер за 2 маны, это очень даже хорошо. Ты смотри-ка, что у него там. И то, и сё.
Я не удивлюсь, если у него и колотушки там найдутся. А давай-ка я вот так сделаю. И вот так. Ха, уничтожает зомби на земле. Окей. Газонокосилку потратил. Ну что ж, давай бомбить. У него, наверное, защита сейчас работает. Угу. Именно так и получилось. Окей. Ну что, давай, наверное, сделаем так. И, наверное, вот так. Посмотрим, что он сделает на этот раз. Способность команды, ребята. Погнали. Кого? Твою налево, блин, у него еще эта фигня. Кого он тут, интересно, хочет заюзать? Вот что мне интересно знать. Давай-ка я вот так вот сделаю. Просто хочется посмотреть. Жабу. Ну, поехали. Ага. Итого у него остается 4 хп. Ну что, юзаем. Давай посмотрим, что на этот раз он поставит. Уничтожает всех зомби на земле. Надо же. Ну, этого, наверное, не стоит делать. Окей. Дает энергию, конечно, солнечную, но это ничего страшного, ребят. Так. И вот так мы сделаем. Да, он восстанавливает себе все здоровье. Угу. Слушай, ну давай, наверное, мы с тобой вот эту вот жабу уберем отсюда. Поехали. Так, защиты больше у него не осталось, да? Так. Вылупляем. Ну, жабу поставить сейчас, понятное дело. Угу, начинаются доборчики. Пам-парам, поехали. Допустим. Так, меняем ландшафт. Обязательно, да? Вначале, естественно, сделаем вот так вот. Окей. Уничтожает мне этого зомби. Бомбит сюда. Так, добор. Угу, наносит сюда урон. Все, да, получается? Пам-парам-пам-пам, поехали. О, как у нас, да, выходит. Тимон. И пока все. Че он там? Ага, команду. Еще одна. Что-то как-то мне вот это не нравится, друзья. Безумие сюда повесим. А что, у нас все равно, ребята, выбора нету. Гробовщик. Давай вот так вот сделаем с тобой. Угу. И, наверное, вот так. Смотри, 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 что делает. Все, наложил штаны, чувак. Наложил, чувак, в штаны по полной.
Но трус он и в Африке, ребята, трус. Легендарными картами решил, да, короче, всех тут наказать, так скажем. Ну, тут понятно, ребят, мы проигрываем. К сожалению. Ну, как ты видишь, он сам, ребята, испугался, бедолага. А мне нужно было нанести 20 единиц урона. А сколько мы ему нанесли? Мы нанесли, наверное, 20 единиц урона, я думаю, в общей совокупности, да? Так, точно, 10 гемов получаем. Дальше, нанесите 20 единиц урона героям зубостезилой. Поехали. Так, это нам нужно переключиться на растение. Выбираем зубостезилу. 20 единиц урона. Смотрим. Угу. Вот такая вот петрундия. Что это такое? Что это? Одни ландшафты, да эти? Да ну. Так, это при игре сверху, да? Ага, ниндзю взял. Да вот фигушки тебе. Сейчас, наверное, сделает... кровожадность тратит, прикинь, на вот это вот все он делает кровожадность. Уф. Допустим. Мне поставить нечего, понимаешь? Давай так вот сделаем с тобой сюда. Прикинь, даже не могу ничего сделать. Да что ты будешь делать? Что это за колода-то? Я не понимаю. Че, валить этого шитика, что ли? Да я не вижу смысла вообще, друзья, если честно. Ну, дал мне орех. Орех. Меняет ландшафт. Блин, самого слабенького. Наверное, я пока не буду ничего здесь делать. Это на отхил? Ну. О, как. Ага, ну что, давай, наверное. Подожди, как тут лучше сделать? Этого, что ли, задавить? Ну, мы можем с тобой сделать вот так вот. К примеру, да? Ну и вот так. Погнали. Что, у тебя кровожадность? Нет, нет у него никакой кровожадности. Ну и что он будет делать? Ниндзю ставит. Опа, опачки. Смотри-ка, что сделал. 5 лицо получить нежелательно, да? Да. Четыре. Ну, давай вот так вот сделаю. И пам-пам-пам. Хильнемся, наверное. Погнали. А, подожди, у него же еще, да, есть. Ну, здесь в минус. Вот это сейчас будет выставлять. А, защита сработает. Так что никого он тут не выставит. А на земле получают. Жить. Как-то так. Что мне вот с этим делать? Кто мне подскажет, как мне его подбить? Ну, набрал ты кучу энергии, что дальше? Ну, слизняка этого позвал.
Молодец. А дальше-то что? Все? Погнали. Так, ребята, надо как-то держаться. Только как? 5 в лицо-то мы получим. Поставит еще сейчас... А, он перемещается. О, все. Тут ему чисто повезло, ребят. Чисто везение, просто прикинь. К сожалению, нам здесь никак с тобой, ну, не выкрутиться просто. Как бы я тут сильно не хотел вот эту вот пакость вли... Ой, вот если бы ты раньше бы был бы. А так, к сожалению, все, ребят, фейл. Ну, еще раз говорю, ребят, играю на шару. Я из этих персонажей практически никогда не играю, поэтому колоды не подготовленные. Я вообще удивлен, что у нас забустизили. Здесь стоит колода на отхил. Че, всего 3 урона? Всего 3 урона нанес? Ты серьезно? Давай попробуем другую колоду. Ой, подожди. Подожди. Вот, например, вот эту вот. Изменить еще ее, да? Оу. Тут огурец есть. Че это такое? Ты, блин, серьезно, что ли? Вот такая вот колода у меня тут стоит. Опять что, на хилах? Такое впечатление. Ну, давай, допустим, так сделаем. Действительно, команда какая-то на хилах. Причем из хилов только лишь вот это вот и все. А, ну вот это вот еще. Ладно, давай посмотрим. Я что-то, честно говоря, немножко как-то удивлен. Зубостизила. Ей лучше, конечно, там, я не знаю, на заморозках, на чем-нибудь еще. Мне опять дают 28 уровень в противнике. Ну, давай так начнем. Ход зомби. Кого он там влепит? Ну давай ставь там кого-нибудь. Все думает, сидит. Мне тоже никого поставить. Едем дальше. А я вот так сделаю. Угу. Опять он ничего не поставил. Ага, курица. Нечего здесь делать, да? Стоит там тоже мне. Пим. Так, молоточек пригодится. Что же там у тебя может быть? Давай я вот так вот сделаю. Отлично. Я почему-то не удивлен вот этому. Кровожадность поставил. Пич. Кровожадность он поставил. Угу. Ну, допустим. Подожди секунду. Давай, наверное, я сделаю. Нет, все-таки вот так вот. На тебе. Твою налево, у него еще эта фигня сработала. А ты посмотри. Че, давай своих мелких вызывай. А, в надгробие прячешь. Ну что ж, дело твое, парень. Ну что, будем прокачивать нашего паренька, да? Конечно, будем.
Это ты хорошо, конечно, сделал. И курицу вовремя поставил. Прям красавчик. Четыре. Так, ну, пожарника ясен перец, надо убирать. Уж не знаю, что он там сделает, кого он уберет. Наверное, вот этого танцора, скорее всего. Или же курицу. Кого он там решил убрать? Этого мелкого. Окей. Ставит кровожадность. Ну что, погнали. Великолепно. Груша, кабачок точнее, да? Ты серьезно? Сам своего же заблокировал. Зачем? Ума не приложу. Ладно. Какого лешего ты выпал? А что лучше здесь делать? А давай вот так попробуем. Ну и чего? Погнали. Не очень хорошо получилось, друзья, не очень хорошо. Да. Ну что, влупляем? Или как лучше сделать нам? Ну, короче, давай сделаем так. Этого. Тюк. Кровожадность и прочерк. Ну что ж, давай. Один-один на земле получаем. Пока, я думаю, не стоит этого делать. Так, этот у нас одну единицу за каждого персонажа, да? То есть нам достаточно поставить подсолнух. И этот добьет. А это еще и подарки раздает. Халявные. Тем более, друзья. Тем более ему крышка. Мы даже можем сделать вот так вот. Тюм, и все. Ну, я так понимаю, он допрыгнул. Так, подожди-ка. Точно я рассчитал, правильно? Да. Все рассчитано до мелочей, друзья. Но 20 урона, по-моему, не нанесли мы, да, все-таки? Ау, все, отлично. И 20... Нанесите 20 единиц урона героям бессмертий. Ну что же, переходим на бессмертие. Это была Нептус, и вот она бессмертие. Так, изменить можно ей? Кто-нибудь есть у нас из новеньких, свеженьких? Нет, тут ни шиша. Это что, у меня колода такая? О, бессмертие, а на что? На что ты рассчитываешь? Это что такое? Что это за колода-то? Хорошо, давай попробуем сыграть. Это что-то новенькое, друзья. Я не помню, чтобы вот такие вот были у меня. Ладно. Бессмертие так бессмертие. 20 единиц урона нам нужно нанести, чтобы получить 10 кристаллов. 25-й ранг против меня выступает. Ну, понятное дело, этого сразу убираем отсюда пока. Интересно, тут добор. Хм. Очень интересная колода, если честно. Очень интересная.
Поставим, наверное, вот этого для начала, да? Надеюсь, у тебя нет там могилы едов. Не хотелось бы потерять. Нет, у него гриб. Интересно. Он хочет прокачиваться, да, значит? Ускоряться, одним словом. Ну, давай я так сделаю. Ох ты. Так, ну что, этого мы подобьем? Допустим. Это дает уже две энергии, да? А давай-ка я вот так сделаю. Хочу посмотреть. Ага. Плюс три получаем, да? Ну давай превратим. Кто тут у нас? А ты атаку сделать? О, красавчик. Давай мы тебя еще заберем. Давай выставим. Так, наверное, будет прокачивать, да? Ясен перец. Еще удвоение делать. Блин, ребят, надо как-то наносить урон. А наносит урон у нас только... Вау, крышка шлином? Ну да. Хотел выставить, а наносит урон, говорю, вот этот. Опять 3 единицы урона всего нанесли. А давай-ка я теперь сделаю свою колоду, другую. Я не знаю, что это за бредовая колода была на самом деле сейчас. Давай-ка сделаем чуть-чуть по-другому. Так, колода на чем тут? У него, блин, проблематично, если честно, выбрать что-то такое хорошее. Так, зомбот, ну пускай будет, мало ли там чего. Так, а этот что у нас делает? Лаборанты наносят бонусные атаки. Лаборанты. А лаборанты у нас где вообще? Какие лаборанты? Так, это тоже вот возьмем. Две на всякий случай. Вот это, по-моему, лаборант. Я на 100% не уверен. Лаборанты. Ну вот этот лаборант вроде бы, да? Чё нахапал, чё набрал непонятную колоду. Короче, так, раз-два. Раз-два. Это пригодится. Так, это вот тоже возьмем. Добавим одну. Так, ракеты это что они делают? 4 или больше. 3 ракетки возьмем. Возьмем вот этого вампирчика. Сладкий добор. Так, и возьмем этого на эволюции. Вот этих обязательно. Дальше что? Медика. Ну, давай одного медика возьмем. Возьмем двух этих. Опять же, добор энергии. Этого возьмем с тобой. Призрак, наверное, нам тоже не помешает, в принципе. Сделаем так. Челюсть, я думаю, брать не стоит. Возьму вот этого. Ну, давай так сделаем. И последнюю карту. Последнюю карту мы с тобой возьмем. Давай вот так вот.
Ну что, попробуем вот такой вот колоду сыграть. Твою дивизию, мне дали розу в противнике. Роза на кучу навоза, ладно. Не знаю, на чем она. Скорее всего, на хилах будет здесь рулить. Поэтому оставим на всякий случай вот этого вот антихиллера. Ну и что ты такой довольный? Вот и все. Обменочка пошла. Угу. Давай-ка вот так сделаю. Хорошую карту вытянул, но дорогущую. Да ладно. Ты пропускаешь, чтобы хильнуться потом, да? Чтобы хильнуться потом, да? Так ты делаешь. Ладно. Берем доборщика энергии. Вот так вот даже, да? Ну, пока тут бесполезно. Так, скорее всего, на прочерках, да, у него? Ну, мне кажется, тут все идет на прочерках. Давай так вот поставим пока. Опа, действительно на прочерках. И чего? Ну, мне нечего пока поставить здесь, как ты видишь. Угу. Подожди секундочку, давай, наверное, вот так вот сделаю все-таки. Так, он поставит сюда сейчас кого-то, да? А хильнуться-то, никак. Парнишка, хильнуться-то тебе нет возможности. Погнали. Жалко, конечно, жалко, что уничтожит. Ну ты серьезно? Так, смотри, он сейчас будет хилять. Сделаем с тобой следующим образом. Подожди, так не вариант. Так не вариант. Короче, сделаем вот так вот. Ну и вот так вот. Погнали. На отхиле, скорее всего, ребят, я проиграю Розе. А, еще у него тут. Кто будет стрелять? Ты? Ну, давай ты. Хотя толку от этого очень мало. Ох, сейчас захильнет. И себя, и этот корнишон вшивый захиляет. Видишь, что творит? Тюнь-тюрюнь-тюрюнь-тюрюнь. Давай я так сделаем. И, наверное, пока никак больше. Ну сколько я? 5 урона только нанес. Плюс там 3, 8. Мне нужно 20. Уничтожает зомби. Что, на этого есть управа, что ли? Точно есть, смотри. Он кого там влепил. Чего там выпало? Ну тут я уже не знаю, друзья, что делать. Сделаем так.
Так, и все. И больше мне здесь нечего сделать. Хильнуться-то не получится у тебя, парень. Ему, видимо, особо-то и не надо, да? На земле получает минус один, минус один. Но тут в любом случае нам, ребята, кранты. Этот урон нанесет и этот. Блин, сколько же мне еще попыток придется сделать, чтобы... набить 20 единиц урона. 7. Ну что, вперед из песни. Так, дают теперь орех в доспехах. Такое ощущение, что орех сейчас в доспехах будет тоже на хилах. Но это сугубо мое личное мнение, ребята. Я вам точно сказать не могу. Сейчас проверим. Естественно, на втором ходу надо будет ставить вот этого энергетика. Энергетика. Ну, давай поставим сюда. Посмотрим, что он сейчас сделает. Энергетик сейчас будет туда-сюда кататься и, естественно, наносить урон. Ты серьезно сюда? Ладно, если что, мы этот орех сможем с тобой уничтожить. Давай сюда вот поставлю. Ну, о как. Так, энергия, да? Дополнительная. Куда ты перемещаешься? Сюда. Тю. Так, еще две единицы урона нанесли. На тебе еще разочек. Слушай-ка, этот у нас... Давай я вот так вот сделаю. Ох ты, ох ты. Ну ты только вот здесь вот сможешь, и все. Так, мы с тобой можем сделать что? Следующим образом, да? Подбить вот этот вот орех. Погнали. Так, контратака. Угу. Что будешь делать? Что ты будешь делать сейчас? В основном 4 здоровья. Отлично. Сдулся, блин, даже не дал мне, ребята, нанести ему 8 урона. К сожалению, да? Оно зато мы переходим с тобой на 18-й раунд. 20 гемов. А, нет, все, хорошо, ребят, получилось. Ну что, задание мы с тобой выполнили. Теперь можно поиграть в свое удовольствие, ребят. Ну что, берем мою любимую колоду, точнее команду. Хотя не факт, опять же, у меня там три команды с разной сборкой. 29-й, это у нас супермозг, да? Слушай, начало такое довольно бодрящее, я тебе скажу. Довольно бодрящее начало. Ну, допустим, я вот так вот поставлю. Неужели у тебя там есть... Нету? Нету у тебя вот этого дурачка, который с задницей там приседает. Ты серьезно сейчас? Конечно, он сейчас сюда кого-нибудь поставит, если есть такая возможность. Есть у него такая возможность. Так, ты заклинашку же будешь, да, наверное, сейчас делать, я так понимаю. Так, погоди. Я сделаю. Погнали. Сейчас что-то у него будет, ребята. Кровожадность. Ну что, погнали. Хоба. На тебе. У нас-то еще есть такая же возможность. Он просто этого пока еще не знает. Вот ты как думаешь, да? Решил меня, думаешь, обмануть? Но один вылетит, понятное дело. Этот мне не страшен. Фух.
Давай-ка сделаю вот так вот. Погнали. Или что-то у тебя еще есть? Ну, как скажешь, парень. Погнали, еще 4. В лицо он получал. Мне нужен ландшафт, друзья мои. Давай я вот так вот поставлю. Вытягивает 2 карты. То есть все, приплыл, доборчик решил сделать. Ладно. Так, что нам там достается? Ох, кукурузка сладкая ты моя. Сладкая. Ну, а дальше, друзья мои, все. Он приплыл. Почему? Ну, сейчас увидишь. Смотри, что я делаю. Он, наверное, уже понял. Он уже, наверное, понял, что здесь бесполезно бороться. Но он что-то там брыкается. Смотри, что мы делаем. Делаю вот так. Делаю вот так. Ну, а дальше сам понимаешь, да? Смотри. Хлоп. И хлоп. Все. Вот так работает грибок. С всем стоять работает грибок. Окей. Ну что, давай еще разочек за этот же грибочек. Еще разочек за этот же грибочек. Даже в рифм получается. И еще у меня есть колодушка за зеленую тень на орешках. Может быть попробовать чуть попозже, если сфоримся. Попробуем сыграть. Но там немножко сложнее. Там немножко сложнее играть. Так, слушай, а здесь? Здесь, ну, ладно, давай попробуем. Шампиньоны плюс эти грибы. Слушай, должно получиться отлично. Но почему споры? Почему споры не являются грибами? Я никак не могу понять. Потому что я их, ребята, не смогу прокачать. Вот это меня почему-то напрягает очень сильно. Козла поставил? Угу. Так, а что он у нас делает? Использует прием. Когда растение использует... Точнее, ну давай я так попробую сделать. Так, и вот так. Чего ты там сделаешь? Ты глянь-ка. Ну хорошо, хорошо. Козла мы уничтожим с тобой потом спокойненько, если захотим. Улетает, да? А, нет, бомбит. Да ё-моё, ну ты серьезно что ли? О как. А давай сделаю вот так вот. Четыре, пять прокачка. Окей. Угу, так. И так. Ну что, 2 атаки, поэтому супостату и все, ребята, ему кранты. Сейчас добьем. Добить-то добьем, а чем мне воевать-то, друзья? Угу. Допустим, 3 в лицо дай ему. На! Так, сейчас еще 3 в лицо. На тебе. Погнали. Так, защита, да, у тебя срабатывает? Сейчас этого собьет меня. Удивительно, никого не стал сбивать. Так, смотрим дальше. Хорошо, я сделаю вот так вот. Вирус? Ты еще 3 в лицо захотел? Получай. Так, только не говори, что за... Ты смотри, что творит, а, ребят. 9 хп у него всего лишь остается. Ну и что ты вылезла сюда? Ладно, вылезла так вылезла. Что я могу сделать, ребят? Иди вон.
Поехали. О, все. Все. Распечатали, раскупорили. Я-то думал, что мне сейчас будет кранты. Так хорошо начал, забористо, так сказать. И сдулся в конце. Слишком много стал доборов делать. Но, видимо, ему нечем было играть. Так, ну что, друзья мои, давайте дальше продолжать. Пока все вроде бы идет хорошо, отлично. Может быть, даже 20 ранг сейчас получим. Это будет вообще великолепно. Ой-ой-ой, а вот это вот номер враг. Точнее, враг номер один. Для меня. Потому что у него есть такая атака противная. Наносит 3 единицы одному и по 1 единице всем остальным. Вот именно из-за этого, ребят. И вот тут вот... И вот тут вот думай, есть ли у него эта штука или нету. Давай я рискну. Я рискну. Естественно, он сразу обрадовался. Он сразу обрадовался, и 100% у него это и есть штука. Ну, как мне кажется. Ну, почему именно здесь-то поставилось-то? Ну, что ты... Ну, он же сейчас прокачается еще, ребята, конечно же. И смотрим, есть у него или нету. Что-то он там сусляну гоняет. Сусляну. Где мой... Вот, мой гриб. Мой гриб, ребята. Ну, давай вот так вот сделаю. А-а-а, ты глянь. Так, только не говори, что... вот оно, ребята. А, это не у этого, значит? Значит, ошибка, ребята, вышла. Значит, вышла ошибка. Прокачиваешь, да? Давай сделаем следующим тогда образом. Вот так. И вот так. Поехали. Угу. Так, что нам тут выпадает? Отлично, кукуруза, но жалко, я ей, конечно, воспользоваться не смогу. Теперь дилемма. Если у него сейчас будут, опять же... Слушай, ну так даже лучше. Я понимаю, что он прокачался. Смотрим. Ах, ты жук ты навозный. Вопрос, а почему не сработал щит? Я понимаю, что у него умножение идет атаки, то есть вместо 3 он 6 зарядил. Но почему не сработал? Так, ребят, теперь я вам обещал, по-моему, показать на орехах колоду свою. Кстати, сюда, наверное, не помешает поставить нам вместо вот этого, наверное, огурец. Я влеплю вот этого. Что-то, по-моему, не та команда. Ладно, посмотрим. Поехали. Так, опять выше. А, нет, я выше, да, получается? У меня 19-й, дали 17-й. Ту-ту-ту-ту-ту. Вот здесь вот убираем, вот это убираем. Да, подожди, откуда у меня комочек-то этот? Его не должно быть, ребята. Вот этого вот. Мышистый комочек, или как его там звать? Махострел. Hello. Что ты поставишь?
Ну давай что-нибудь ставь. Задумался. Угу, вот так вот, значит, да? А если вот так вот сделаю? Ну, понятно, ребят, кровожадность, ну, естественно. Все равно получишь, парень. По шиям. Допустим, двигаемся дальше. О, как. Я прям даже не знаю, что сделать. Ну, давай я вот так вот сделаю. Давайте сделаю вот так. Погнали. Что там, перемещать будешь, да? Допустим. Кто у тебя там есть? Наверное, зомби этот. Ну что, прикроемся? Я не помню, ставится ли у нас спереди. Должен, по идее, да, ставиться? По идее, должен ставиться. Этого мы с тобой сдуем. Ну-ка, да, он ставится, отлично. Жить. Отличная карта. И вот так вот сделаем. Замечательно. Кто? Ну, я не удивлен, ребята. Зомби. Который... Сейчас всыпем мы ему. Тирич. Какая хорошая, ребята, лужаечка. Так, что сделаем-то? Блин, как-то жалко на него тратить. Давай попробуем вот так вот ураганчиком для начала. Отлично просто. А теперь... Вот так вот сделаем. Я думаю, это будет оптимально для нас. А у нас работает с тобой защита. Но у него тоже срабатывает защита. Сейчас переместит. А, вытягиваешь две карты. Допустим. Защита с работой. Шикарненько. Так, заморозочка у нас, которая нам пригодится чуть-чуть попозже. Но. Это тебе не поможет. Да, в принципе, и все, ребят. Ну, что, сейчас посмотрим, что он будет делать-ка. Ага. Все. Эх. Три, пять, да? Пять. Ну, давай так вот сделаем. Иди отсюда, мешаешься только. И, например, вот так вот. Заморозочку. Нормально? Нормально, поехали. Все, все, все. Че ты там приуныл-то сразу же? А где что, веселье, где что, смех озорной? Вот так вот и все, ребята. В пух и прах разнесли у этого супермозга. И получили, по-моему, 20 ранг. Вопрос в том, почему не получили. Почему не получили? Вот меня вопрос этот интересует. Должен же быть 20 ранг. Хорошо, они наставят, наверное, еще, чтобы я разок сыграл. Типа, Рэй, ты недостоин, давай-ка переигрывай. 22 ранг против меня выставили, и это... Разгром. Как-то лихо начали мы. Очень лихо, друзья. Мне дают... Я этого ставить не буду, я знаю прекрасно, что у тебя есть валун. Но тут дают мне еще один, да? Тогда можно, в принципе, воспользоваться этим случаем. Давай вот так вот сделаем. И вот так вот.
Один уничтожим, тут бомбанем. Угу. Ой-ой-ой, привидение поставил-то. Йоу, просто ты напугал ты меня. Давай так вот сделаем. А валунчик у тебя 100% будет, да ведь? Конечно же будет у тебя валунчик. Что, не знаете, что ли? Убрать его или не надо? Убрать его или не надо, как думаешь? А давай уберем, чтоб не мешался. Ну что, есть валун у тебя? Ну как же без валуна, ребята? Чтобы разгром и не взял с собой валун. Это уже не разгром, ты извини. Ну блин, ты серьезно что ли? Защита на 16-м... Слов у меня нету. Что ты меня нервируешь, а? Скажи-ка мне на милость, парень. Я боюсь, я сейчас этого поставлю, он его разнесет. Давай проверим, я не знаю, на свой страх и риск, ребят. На свой страх и риск я поставил, я посмотреть хочу просто, есть у него или нету. О как. Это ты хорошо придумал, парень, я же его уберу потом тебе. Раз, два. Ну что, пора его убирать отсюда. Хорошо, он в него вложился, да? Очень хорошо. Нормально так. Пошел вон сюда. Поехали. Неужели ты еще в медика вкладываться будешь, а? Смотри-ка, не стал он вкладываться в него. Я не удивлен. Сейчас уберет, естественно, уберет. А, 6 здоровья восстанавливаешь. Сдулся парнишка. Твою ж налево, я-то думал, сейчас подеремся конкретно. Он сдался. Ну и теперь. Вот, об этом я и говорю, ребята. 20-й ранг. 20. И соточка еще сверху. А, 150 даже. 150 гемов сверху еще навалили мне. Отлично. Итого у нас 320. Ну что, друзья мои, на этом, пожалуй, можно сегодня и закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!